Приводили к семье на конфликтов. Отец частенько унижал и наказывал сына. Мао яростно спорил с ним, что считалось неслыханной дерзостью. Из воспоминаний Мао Цзэдуна. И спать хотим, и поиграть еще хотим. Оппозиция состояла из меня, матери и братья. Однако в объединенной оппозиции существовали разногласия. Мать рекомендовала политику непрямой атаки. Она была против любого неприкрытого выражения чувств и попыток открытого восстания против правящей силы. Она говорила, что это не китайский путь. Мое недовольство возрастало. Диалектическая борьба в нашей семье развивалась непрерывно. Когда Мао оканчивал школу, началась революция, положившая конец Мао. Отец не принял новые порядки, а вот Мао демонстративно отрезал косу, которая являлась обязательным атрибутом мужской прически и считалась символом подчинения китайцев правящей императорской династии. Мао выразил не только свой протест против воли отца, так и заснули. И открыто заявил, что сочувствует делу революции. Едим, играем, спим. Чего? А уж любовница на ложность. Роди приписывали ему тысячи. Первый раз Мао женился в 14 лет. Женился по настоянию отца, и с первой жены практически не жила, а вот со второй женой, которую звали Ян Гай Гугурей. Его связала настоящая любовь. Он сына их развела. Но сколько бы женщин у него потом не было, до конца жизни Мао Цзэдун назвал ее любовью своей жизни. Гай Гугурей в 27-м году была арестована. Женщины предложили супругу в обмен на публичное отречение от Мао и Рагос. Она отказалась и была расстреляна. Мы не знаем, если бы стали научными терминами, но вот и